Привет, меня зовут Марчин Инвинский, я исполнительный директор и один из основателей компании CD Projekt. Сегодня расскажу вам о нашем новом проекте, сиквеле к нашей ролевой игре «Ведьмак». «Ведьмак» получил более сотни наград по всему миру, и на данный момент было продано более 1 200 000 копий этой игры. Это очень хорошо для игры, которая вышла только для PC. «Ведьмак 2. Убийцы королей» — это продолжение нашего хита с некоторыми изменениями геймплея и графикой нового поколения. Давайте взглянем на игру. Привет, меня зовут Марек Джемон, я один из дизайнеров игры «Ведьмак 2. Убийцы королей». Сегодня я хотел бы рассказать вам об особенностях нашей игры, которые, как мы думаем, сделают ее необычной и запоминающейся. Первое, что бросается в глаза, когда начинаешь играть, это великолепная графика. В этом одно из главных преимуществ «Ведьмака 2». Используя все преимущества Normal и Parallax Mapping, мы создали для игры несколько сотен высококачественных моделей, вроде этого дракона, который парит сейчас над лагерем. Неплохо, да? Мы также полностью переделали систему, отвечающую за цикл дня и ночи. Совместив ее с динамическими тенями, мы получили самое реалистичное окружение в истории RPG. «Ведьмак 2» получил совершенно новую систему диалога, в которой динамическая камера будет во всех подробностях показывать происходящее, в то время как игрок будет принимать решения. Princes under any other circumstances I'd stay, but this is important. Besides, I'm broke. Come on, time's a waste. I'll escort you. She said she loved me. Мы отказались от безжизненного мира, где действия Геральта никак не отражались на поведении других персонажей. Теперь окружающие будут реагировать на каждое ваше действие, и их реакции будут носить драматический или комический характер. This time it ain't my fault. What just happened? Okay, I kind of missed those barrels. He's gonna get him. Captain Lester will whip my head off. Неигровые персонажи будут жить своей собственной жизнью на основе их личного распорядка и заниматься ежедневными делами, некоторые из которых далеко не так приятны, как им хотелось бы. Они могут помогать или мешать Геральту, становясь его друзьями или врагами. Corporal. Yes, sir! Your company's a bunch of clowns and cowards, but the work's to be done by tomorrow. No excuses. Right away, sir! First row, step forward! Hit the deck, everyone! Give me 50! Neck in blunder, true, but you doesn't know better. Now I told you to get some sleep. Bring us no shame, but no. Система красочных добиваний из первой части также была изменена, что сделает сражения еще более динамичными, зрелищными и кровавыми. И я уверен, драки запомнятся игрокам надолго. В «Ведьмаке 2» мы используем физический движок Havoc. Нам очень нравится работать с этой технологией. С ее помощью мы смогли расширить возможности боевой системы. Интересным нововведением в игру будут интерактивные ролики Quick Time Events. Благодаря им сражения с боссами поднимутся на совершенно новый уровень. Они станут более зрелищными, захватывающими и запомнятся каждым. Pathetic. Pity I have to kill you. Guess what? I've killed your kind. Ah!
Надеюсь, вам понравилась наша презентация игры «Ведьмак 2. Убийцы королей». Спасибо за внимание.